Всем привет, ребята, с вами опять я. Сегодня я вам расскажу, стоит ли скачивать Need for Speed Most Wanted в 2023 году. Ну, или игра с ним, то есть. Эта игра вообще офигенный сюжет, и у него офигенная концовка. Я 100 раз проходил, то вот начал новую карьеру, потому что я его такой... Такая крутая игра, что очень сложные планки. То есть, реально, их надо подействовать, куда-то проходить. Не то, что на Need for Speed. То есть эта игра вышла на 2005 год. Ну, то есть, знаете, где-то как года 2000, потому что это фиговая игра, тут у нас такая графика. Графика как в GTA 4. Я не прикольно не играть, кстати, по наших топах. Диспетчер, Чарли 2. Вообще офигенный сюжет. Сегодня я готов был стрессовую камеру, чтобы пройти эту легендарную игру снова. Очень такая офигенная игра. Сам пробуется, честно. Она хотела даже на 8-8 шокспит, но все равно она хотела стрекать 10 раз в год на 17 компьютеров. Может, это главное, если будет не стрекать, может быть, плюс 20, там. Все равно, плюс 8, а что-нибудь добавить. Может, там был дешево, это будет просто вообще, если я не ошибаюсь. Кто-нибудь видит подозреваемого, или вы его потеряли? Ну, ребята, это серьезно, очень крутая игра. Это вам всякий раз в эту игру. То есть, это был гонять на покупку на эту игру. Я бы, в принципе, я уже все сказал, можете насладиться геймплеем этой игры.
нарушителя, код 3. Уходит зараза, прием. Внимание, проводится задержание нарушителя, код 6. Объект очень опасен, повышенная агрессивность. Экипажем не занятым на точных вызовах. Приготовиться и ждать дальнейших указаний. Работаем на спецканале. Возможно, внимание всем экипажам. Указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменяйте.